4 марта 2012 года в Российской Федерации состоятся выборы президента России. В этот день для граждан России, находящихся на территории Латвии, будут открыты 6 избирательных участков. 4 здесь, в Риге, и еще 2 в генеральных консульствах в Лиепае и Даугавпилсе. Мы учли пожелания избирателей, которые они нам высказали на выборах депутатов Государственной Думы, и в Риге согласовали с латвийскими властями открытие дополнительного избирательного участка в Доме Москвы. Поэтому в Риге будет работать 4 избирательных участка: Дом Москвы, посольство Российской Федерации, консульский отдел и отдел социального обеспечения при консульском отделе посольства России. Кроме этого, мы учли пожелание о том, чтобы проводить голосование с помощью избирательных бюллетеней, бумажных избирательных бюллетеней. Это пожелание многих пожилых избирателей, которые столкнулись с некоторыми проблемами при организации голосования при помощи электронных устройств. Полагаем, что эти меры позволят всем желающим без всяких больших очередей принять участие в выборах и отдать свой голос за того кандидата, который они считают необходимым. Посольство Российской Федерации, участковые избирательные комиссии, которые организованы посольством России, готовы к тому, чтобы все желающие граждане Российской Федерации приняли участие в этих важнейших выборах Российской Федерации.